вспомнилось, опять же, то, что мы обозначили буквально несколько мгновений назад. Но всего 4 забитых мяча. Это словно ответ на вопрос, а что же не так. А это Батте забивает. Это первый прыжок Алексея Баги на посту главного тренера. Вот такая вот эмоция. Перевод с правого края. Ну что ж, наверное, тот самый случай, когда мы можем сказать, не забиваешь ты. Да, продолжение следует. И, соответственно, вот, упустив несколько отличных возможностей для результативной контратаки, футболисты Гомеля сейчас вынуждены разыгрывать мяч из центрального круга. Смотрим, как развивалась атака. Перевод с правого края Алексея Риуса, мы об этом уже вспоминали, да, то, что мы можем его поздравить с возвращением после травмы, он в стартовом составе, и Александр Филиппович. Таким образом, 1-0, Батте.